Еще одно тверское предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. На базе завода по производству непромокаемой обуви прошло стартовое совещание по внедрению инструментов бережливого производства. Об этом рассказывает Наталья Чекет. Работа на предприятии идет полным ходом. Здесь производят сапоги и непромокаемые кроссовки. Все начинается с литьевой машины. А в этом цеху шьют утеплитель для сапог. Кроме того, в филиалах предприятия выпускают одежду для охоты и рыбалки. Чтобы повысить эффективность производительности труда, на предприятии решили внедрить инструменты бережливого производства. Ожидаем, что тем же самым коллективом мы сможем выпускать больше продукции за счет того, что у нас уменьшатся затраты одного человека на единицу продукции. В связи с этим у нас увеличится заработная плата, сможем улучшить условия труда для сотрудников, ну а наше предприятие сможет хорошо развиваться. Сначала сотрудники предприятия прошли обучение на фабрике процессов, где их познакомили с бережливым производством. А сейчас на предприятии создан проектный офис и рабочая группа из сотрудников регионального центра компетенций и сотрудников компании. Сегодня мы говорим о том, что пройдя обучение, мы готовы применить эти знания на практике. Уже непосредственно заняться анализом процессов, выявлением узких мест и последующей оптимизацией выявленных отклонений. Проект рассчитан на 6 месяцев. В течение 3 месяцев будет проводиться этап диагностики с участием рабочей команды. И 3 месяца – это этап, который будет на внедрение улучшений. На стартовом совещании представители регионального центра компетенции рассказали, как планируют реализовывать программу. Это и правильная организация рабочего места, когда все необходимое находится под рукой, и отказ от перепроизводства и ненужной транспортировки. К слову, инструкторами по бережливому производству выступят сами сотрудники предприятия, которые пройдут соответствующее обучение, сдадут экзамены и получат сертификат. Не знали, как можно обустроить рабочее место так, чтобы все быстро. То есть, да, у нас склады там, производство там, швейный цех там. Ну, то, что это можно все сделать рядышком, все быстро. И так, в принципе, по мелочи, да, что-то там можно исправить, там исправить, на складах что-то новое сделать. Ну и, в принципе, на рабочих местах, на каждом. Даже вот в бухгалтерии, у менеджеров, да, там по закупкам. Инструменты бережливого производства помогают тверским предприятиям выйти на новый уровень производительности и сэкономить самый ценный ресурс – время. За 2 года реализации нацпроекта в Тверской области его участниками стали 37 компаний. По итогам ряд предприятий получили экономический эффект более 20 миллионов рублей. Предприятия активно включаются в национальный проект повышения производительности труда, потому что сегодня, ввиду роста объема производства, необходимо заниматься анализом производства и анализом тех внутренних процессов, которые происходят на предприятии. Для этого как раз и используются инструменты бережливого производства. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, промышленный потенциал исторически задает темп социально-экономического развития региона. Показателем эффективности работы отрасли должны стать объемы выпускаемой продукции, количество вновь созданных рабочих мест, модернизация предприятий.